продовольственная безопасность и цели ООН, обеспечение устойчивого развития, перспективы производства органической сельскохозяйственной продукции в Казахстане. В работе панельной сессии приняли участие заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Казахстана Мырзахметов Аскар Исабекович, министр сельского хозяйства Кыргызской республики Мурашев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Армении, представители Министерства сельского хозяйства Беларуси и России, а также руководители Евразийской экономической комиссии, Евразийского экономического союза, в частности, мой коллега Бубин Станислав Бориславович. Организатором выступала авторитетная международная организация, это ФАО ООН, Международная продовольственная организация при Организации, Организации Объединенных Наций. Вопрос сегодня поднимаемый, вообще вынесенный во главу темы панельной сессии, это очень важный вопрос в целом, в глобальном обеспечении продовольствия всего населения земного шара, это органическая сельскохозяйственная продукция, и в немалой степени имеет очень важное значение для Казахстана. Дело в чем? Дело в том, что, учитывая специфические особенности Казахстана, природно-климатические особенности, удаленность от морских портов и так далее, производство органической продукции становится, наверное, самым главным национальным конкурентным преимуществом сельскохозяйственной отрасли Казахстана в глобальном мире. Мы помним, что в своем послании народу Казахстана в январе 2017 года наш глава государства поставил одной из главных задач перед агропромышленным комплексом страны – это производство экологически чистой продукции с тем, чтобы Казахстан стал одним из лидеров в мире по производству такой продукции. И именно экологически чистая продукция стала эталоном бренда «Made in Kazakhstan». Сегодня этот вопрос имеет место в государственной программе развития агропромышленного комплекса Казахстана на 2017-2021 год. Он включен отдельным разделом. Кроме того, в рамках детализации государственной программы в Министерстве сельского хозяйства создана специальная рабочая группа из числа представителей ряда государственных органов, ученых, самих сельхозтоваропроизводителей, отраслевых ассоциаций союзов, которые разрабатывается специальная дорожная карта по организации производство, по содействию производству органической сельхозпродукции. Казахстан делает буквально первые шаги. В 2015 году, в октябре месяце, был принят специальный закон о производстве органической сельхозпродукции. В ее реализацию принят ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Созданы ассоциации сегодня по производству органической продукции. И мы думаем, что вот эти шаги будут способствовать наращиванию производства органической продукции в Казахстане.